Daimler прощается с AEDS. Немецкий автопроизводитель продал свой пакет акций в аэрокосмическом концерне институциональным инвесторам. За пакет в 7,5% Daimler выручил 2 миллиарда 200 миллионов евро и намерен потратить их на развитие своего основного бизнеса, страдающего от слабых продаж в Европе. Участие Daimler в AEDS регулярно приносило автогиганту убытки. Неделю назад другой соучредитель, французский медиаконцерн Lagardère, также объявил о выходе из капитала AEDS и продаже примерно такого же пакета. Реорганизации схемы собственности совладельцы AEDS договорились в конце прошлого года, после того, как сорвалась сделка по слиянию с британским оборонным концерном BAE Systems. Цель изменений заключается в том, чтобы в будущем снизить зависимость AEDS от политиков.